Первая современная спортивная площадка с искусственным покрытием появилась у Кировской школы номер 57. Из-за дождя торжественного открытия не получилось. Новоселье отметили заочно. Валентина Палкина расскажет подробнее. Первый учебный день в этом году не порадовал хорошей погодой. Но праздник все равно состоялся. В актовом зале 57-й школы собрались первоклассники, выпускники, учителя, родители, почетные гости. Те знания, которые вы, наши любимые первоклассники, получите здесь в школе, они откроют вам любую дверь в вашей жизни. Поэтому я желаю, чтобы вы учились только на отлично, выпускники сдали, как бы о нем ни говорили, успешно ЕГЭ и поступили куда хотели. Ну а мы, взрослые, наши учителя, директора школ, сделали все, чтобы наши школы с каждым годом становились все лучше и комфортнее для обучения. Самым главным подарком для ребят к новому учебному году стала универсальная спортивная площадка. Построена она при поддержке городской администрации и правительства области. Подобная площадка с искусственным покрытием на территории школы – первая в Кирове. Власти обещают, что не последняя. Вот с таких площадок начинаются олимпийские рекорды. И именно с таких площадок потом вы пойдете уже, возможно, большие спортсмены. И вы знаете, школьный спорт, нам вообще надо это будет пересмотреть. Я думаю, что отношения, и уверена, что со временем мы будем школьному спорту уделять намного больше внимания. Я надеюсь, что вот с вашей школы, в том числе в Кировской области, будет дан хороший старт тому, что совершенно по-другому относиться. Этих первоклашек ждет увлекательный мир знаний и новых открытий. Учиться и заниматься спортом им всегда помогут мудрые учителя. Валентина Палкина, Руслан Дукасов, Вести, Киров.